Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії заступник голови Сумської організації партії УКРОП Олег Шестак та представник юридичного департаменту УКРОП Анна Ткаченко. Вітаю вас, панове, в нашій студії. А говорити відверто, сьогодні будемо про газові питання. Чому саме газові? Пройшло більше півроку після того, як Верховна Рада ухвалила так званий газовий закон. А до цього давайте нагадаємо нашим глядачам про те, що саме сумчани вели серйозний супротив, бо саме їх, як і багатьох інших громадян по всій країні, ми всі пам'ятаємо, так, змушували встановлювати загальнобудинкові лічильники. Втім, закон прийнятий, а люди до сьогоднішнього дня отримують платіжки з граничними нормами споживання. Тобто сьогодні переплачують за газ ті, хто свого часу відмовився від загальнобудинкових лічильників. Пане Олеже, чому так відбувається? Добрий вечір. Да, дійсно, закон прийнят. Благодаря активній позиції сумчан в тому числі. Ми бачили сюжети на центральних телеканалах. Мы видели выступление народных депутатов, в том числе Тараса Ивановича Батенко, УКРОП, с трибуны Верховной Рады по ситуации на примере города Сумы, там, где активная фаза борьбы с газовым монополистом уже перешла все пределы. Надо вспомнить, с чего это все начиналось. Люди, первое, не хотели платить за соседа по общедомовому счетчику, да? И люди выступали против шантажа газового монополиста, который путем шантажа начал увеличивать норму потребления газа для каждой отдельной семьи. Получалось так. Не хотите ставить общедомовой счетчик, на вас будет сложен акт. И согласно этого акта, весь дом, каждая семья, проживающая в этом доме, вместо нормы потребления газа 3,3, установленной Кабинетом министров, будет платить 9,8. Несмотря на принятый закон, подписанный президентом, эта норма потребления 9,8 суммы газом насчитывается до сегодняшнего дня. Это несмотря на то, что к нам в партийный офис, почему партия УКРОП, скажем, стала возле сумчан в этой борьбе. После того, как стали вот эти вот граничные нормы потребления людям завышенные начислять, к нам с обращений очень стало много от сумчан. Ну, в принципі, не зрозуміло, чому, попри наявність закону, монополіст діє на власний розсуд. А тим більше, якщо я не помиляюся і якщо я вірно пам'ятаю, існують судові рішення, які зобов'язували перераховувати норми споживання. Як по цим судовим рішенням? Так, до нас масово пішли мешканці будинків. Ми звернулись до... Спочатку звернулись до ТОВ «Суми газу». Намагалися шляхом домовленості досягти якоїсь згоди і доказати свою точку зору, як це передбачено законом. «Сумигаз» до нас, ми не досягли домовленості, тому звернулися до суду. Всі судові справи, всі позови, які ми подавали, всі вони були задоволені. На сьогоднішній день зроблено перерахунок. Однак, перерахунок зроблено лише тим мешканцям, в інтересах яких ми звернулися до суду. Інші мешканці з тих же будинків, вони як отримували граничні норми 9,8, так їх і отримують. Тобто, лише в інтересах якихось ми звернулися, там ми досягли, в принципі, пане Олеже, який вихід сумчанам, яким все ще нараховують такі граничні норми? Що пропонує УКРОП? Ну, смотрите, перше, у нас більше 17 рішень судів, які вступили в законну силу і які говорять о тому, що норми потреблення, виставлені суми газом 9,8, вони являються незаконними. Це перше. Но у нас в стране никто не спешит выполнять решения судов. Сегодня сотни домов, сотни семей сегодня получают платежки по завышенным нормам потребления. Те 17 решений судов, которые мы получили, по ним сумма газ сделал перерасчет. Но остальные сотни семей сегодня их просто грабят. Сумма газ их сегодня просто грабят. На 6,5 кубов им выставляется больше. В денежном эквиваленте это сотни тысяч гривен сумчан. Просто впустую, незаконно перечисляются каждый месяц частной компании монополисту. Выхиты. Вот смотрите, прокуратура, СБУ, управление по борьбе с экономическими преступлениями. Городской совет полностью бездействует. То есть людей систематически уже год грабят. Там уже суммы идут на миллион.
Мы сегодня говорим о миллионных уже убытках, которые понесли каждая семья, там, в зависимости 5, 10, там, 100 тысяч, не имеет значения. Каждый месяц каждую семью сумскую грабит Сумигаз. Всем наплевать, абсолютно. Что сделал УКРОП? И что сегодня делаем мы? Первое. Решение вопроса по граничной норме потребления лежало в плоскости НКРЕКП. Был там такой председатель Вовк. Мы не через народных депутатов, партия УКРОП областная, обращались неоднократно к нему с просьбой обратить внимание на то, что происходит в городе, то, что делает Сумигаз. Никакой реакции не было. Тогда было принято решение работать систематически по его увольнению. Тарас Иванович Бутенко, глава партии УКРОП, с трибуны Верховной Рады озвучил эту проблематику, которая есть в Сумской области. Вызвал на комитет Верховной Рады, он является заместителем главы комитета по палево-энергетичному комплексу. Вызвали на комитет, заслушали, дали негативную ему оценку работе этого Вовка. Обратились с требованием его уволить. Его наконец-то уволили. Потом мы подготовили предложение на НКРЕКП. Благодаря Тарасу Ивановичу Ботенко мы встретились, Владислав Куприенко, зам областной организации, я и народный депутат Тарас Иванович Ботенко, мы встретились в Киеве с представителями НКРЕКП. Мы выработали механизм, согласно которому сегодня возможно отстоять интересы каждой отдельной семьи, которая платит по завышенным тарифам Сумигаз. В Днепропетровской, например, области, город Днепр, там Днепргаз перерасчет делает всем семьям, которые платят по завышенным тарифам. Но там мэр укроповец. Вы знаете, Борис Филатов. Там городская власть отстаивает интересы простых людей, которые проживают на ее территории, в отличие от нашей городской власти, которая сама устранилась от решения вопроса. Поэтому вместо городской власти эти вопросы решает партия УКРОП. Сегодня Аня расскажет дальше, какие надо сделать шаги каждому дому, каждым жильцам. Мы эти все дома знаем. Эти все дома у нас на контроле, которые боролись и борются с Сумигаз. Мы каждый этот дом отстоим и заставим Сумигаз все-таки выполнять закон и насчитывать норму потребления 3,3. А ви сказали, що є певний механізм, да, за яким можна відстояти інтереси сумчан. Що це? Це якесь звернення, це якийсь документ? Пані Ганно, можна розповісти про так. це? Да? Як на практиці людям це застосувати? Щоб вирішити цю ситуацію, я пропоную всім мешканцям, які столкнулися з цією проблемою, звернутися до нас, до партійного офісу. Ми надамо фабулу, зразок заяви. Це може прийти або представник будинку, або хтось інший. Заяву підписують всі мешканці будинку, приносять до нас, до штабу. Ми її направляємо до НКРЕКП, розписуємо всі порушення з метою того, щоб НКРЕКП, як орган, який має повноваження, виніс припис ТОВ «Сумигаз», в якому заборонив порушувати закон або зобов'язав здійснити розрахунок. Тобто всіх, кого коснулася ця проблема, запрошуємо до нас, до офісу. А які прогнози? Чи піде Сумигаз на поступки? В городі Дніпрі всім Дніпрогаз зробив пересчет. В розмові з представителями НКРЕ, з відповідальними лицами, ми услышали дуже нелесні відзыви о компанії Сумигаз. Вони сказали, що у нас компанія дуже специфічна. Где-то она мне напоминает, знаете, агрессора Российскую Федерацию, с которой можно говорить только со стороны силы, потому что по-хорошему она не понимает. Шантажировать людей сначала отключением газа, потом тарифами. Вы понимаете, что если кабинет министров сейчас поднимет тарифы на газ, то вот эта разница в 6 кубов для каждой семьи, она может быть очень ощутима. Финансовая катастрофа. Она очень ощутима, тем более, что незаконно сегодня грабят просто людей. Я понимаю, что монополист, частная компания, надо зарабатывать деньги, но их надо зарабатывать честно и понятно для сумчан. Каждый должен платить только за то, что он использовал.
А каждый месяц насчитывать такие суммы денег, ну, просто так, это, ну, грабеж средь белого дня. И это не заслуга «Сумигаз», это недоработки наших правоохранительных органов. Потому что у нас же прокуратура и полиция работают только там, где можно заработать им. А когда простые люди, когда простых людей надо защищать, их днем с огнем не сыщешь. Поэтому укроп ничего, укроп защитит. У нас есть примеры на Днепропетровске городе. Там, где власть городская действительно ставит права людей. Ну, в принципе, ну, и судові рішення, да, за якими вже зроблено. Да, і судебне рішення є, ну, судебне рішення по 17, а у нас сотні домов, які отримують отакі от платежки. Поэтому ми не сидим сложа руки. Ніхто не вірив, що ми приймемо цей законопроект, о котором ми говорили. Сейчас вы видите, нет уже этих активистов, не знаю, где они подевались, которые там раньше другие политические силы были, рядом с нами стояли, активисты стояли, сейчас их никого нет. А укроп, он системно занимается каждый день, по чуть-чуть, понемногу, но мы системно занимаемся, мы этот вопрос газовый не оставили. Поэтому тех сумчан, которые не готовы платить незаконно «Сумигаз» по завышенным тарифам, мы приглашаем в партийный офис партии «Укроп» по улице Харьковская, 5/1, офис 303. Приходите, защитим права каждого. Мы все видим, все знаем, понимаем, куда надо двигаться и как это делать. Ну що ж, ми дякуємо вам за розмову, за відверті відповіді. А глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ були заступник голови Сумської обласної організації партії «Укроп» Олег Шестак та представник юридичного департаменту «Укропу» Анна Ткаченка. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.